Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Рима Кухня Огород. Сегодня у нас пойдет речь о пузыреплоднике, который мы его вырастили. Вырастили мы его до 2 метра 10-15 сантиметров. Он у нас уже вот в данном виде. Это его пятый сезон. Он вот такой вот у нас бордовый и лимонный, лаймовый. Если его посадить не на жаркое, не на солнечное место, он потеряет свой окрас и будет обычно зелененьким таким, светло-светло-зелененьким цветом. Он пузыреплотник, чем чаще его стрижешь, тем больше он загущается. Стрижем мы его раз в 3-4 недели, не реже, потому что он начинает вот так вот лохматиться. И очень как-то не очень симпатично получается. Мы любим как-то пряменько. Мы посадили здесь его не просто так в виде стены, а отделили основную зону, проходящую, от сада. Там внутри у нас находится сад. Вот находится сад. Вот такой вот сад. Вот так вот он с этой стороны у нас выглядит. Стена очень крепкая, зимой он не разваливается, от снега он не западает, стоит себе и стоит. Вот это листочки все падает, конечно, зимой. Посадили мы его через такую кратность. Вот у нас раз, вот у нас раз, и вот у нас два. Здесь у нас 0,7, ну, метр. 0,7 метр, значит, расстояние между кустами. Мы его посадили в совсем маленьком возрасте, где-то сантиметров 20 мы его покупали, 20-25, не выше. Он был маленький кустик, но здесь я тоже поставлю ролик, где мы тут его посадили, и он был маленький. Вот такой вот. Тут уже 2 метра 10-15 сантиметров, потому что у меня рост минус 1,70 м, а он выше меня. Вот. Вот такой. И вот чем чаще вы его стрижете, чем компактнее, чем внутри он начинает загущаться. Он даже цветет вот такими мелкими красивыми цветочками. Ну вот, допустим, вот уже она вышла. Можно пока заправить. Но стричь надо. Стричь можно, любую стрижку делать, или пряменько стрижете вы, или в виде шарика какого-то. Даже можно здесь как-то внизу побольше оставлять, там поменьше. Это на что у кого, как говорится, фантазии хватает. Вот. Очень неприхотлив. Удобряю я его раз в месяц любыми удобрениями для цветов по сезону. Вот. Ну, такой вот он у нас на очень жарком и солнечном месте. Всего хорошего.